анонс и точки выхода 13 серии турецкого сериала «Бахар». 13 серия сериала выйдет в эфир 21 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Рентген очень хочет выяснить, когда же Бахар с Тимуром разведутся. Она решает спросить это у женщины напрямую. Однако такой вопрос Бахар очень сильно удивляет. Рентген понимает, что Тимур обманул ее. Она приходит к нему и спрашивает, когда же он планирует сдержать свое обещание. Ведь если он этого не сделает, то последствия придется понести всем. Тимур понимает, что Рентген не шутит. Эврен разговаривает с Бахар. Он говорит, что она должна закрыть глаза и дать волю своим мыслям. И тогда она сможет разобраться с тем, чего на самом деле хочет. На своей яхте Эврен встречает незнакомую женщину. Бахар, придя на причал, видит их вместе. Ей кажется, что она снова предана. 13 серия сериала выйдет в эфир 21 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.